Друзья, это Мабетс. У нас тут, можно сказать, главный бой мексиканского вечера. Шикарный поединок между... Реванш между Брайаном Ортегой и Яиром Родригезом. Шикарный бой. Интересный. Первый бой закончился случайно. Непонятно. А может, и не случайно. А может, и все понятно, да? Кто как видит этот бой. Потому что мне пишут в личку уже, что бой... предсказуемо максимально, что бой легкий для анализа, что все будет то же самое, типа, что... Я говорю, а что то же самое? Я Ира его нокаутирует. Я говорю, а он его нокаутировал? А что, нет? Окей. Вот, ну, в общем, меня зовут Арсений, сам Роман, Шарманович, привет. Да, я рад всех приветствовать, друзья. Этот бой мы разбираем, потому что вы его выбрали в голосовании. Поэтому каждую неделю я всех призываю на YouTube переходить в раздел сообщества и выбирать в голосовании, какой бой вы хотите, чтобы мы разобрали. Вот вы проголосовали за этот, мы разбираем этот. Вы бы проголосовали за какой-то другой, мы бы разбирали какой-то другой, да. А, поэтому вы влияете на контент и продолжаете это делать. Я всем благодарен, кто голосует, кто что-то пишет. Ну и напоминаю, что разбор UFC уже в бойцовском клубе всего карда. Там мексиканцев куча непонятных. Я про всех все рассказал, нашел подробно. Очень подробно. Разбор PFL против Беллатора уже в нашем клубе. Разбор ACA, там огромный карт, 16 поединков. Крупный, краснодарский карт, уже в клубе. Друзья, ну самое время переходите наслаждаться прекрасными роликами. Ссылочка в описании в закрепленном комментарии. А здесь мы сейчас поговорим про co-main event. И, конечно же, это ни в коем случае не какой-то призыв к ставкам. Если вам нужны ставки, вы нам отдельно пишите. Да, у нас отдельный ставочный канал. Это такая информация на подумать и выводы сделать все-таки своей головой желательно. Да, у нас здесь поединок, ну опять же, реванш, да, реванш. Брайан Ортега против Яира Родригеза. По идее, все просто. Борец против ударника, да, либо один заборет, либо второй забьет, да? Да, всем спасибо, до свидания. Одно из двух, либо Яир забьет, либо Ортега заборет. На самом деле, если вы посмотрите первый бой, то в стойке Яир не вел. Ну, как бы в моем понимании он не вел, да? Может быть, конечно, по ударам, я вот не смотрел, что там было по ударам. Может быть, он и вел, да, по ударам. Но в целом у Ортеги работал джеб, он посек джебом, да? Не локтем случайно, не головой, а именно полноценным ударом рукой. Посек, значит, под бровью место у Яира. У Ортеги проходила борьба в клинче. У сетки, да, плюс получалось наносить удары по корпусу, по ногам. Да, Яир неплохо защищался, на самом деле, и, в принципе, он один из самых быстрых ударников, которых вообще, которые, в принципе, были в этом дивизионе, я не устаю это повторять. У него вообще шикарные ноги, эталонные кики, эталонные. У него самого проходила прекрасно двойка, у него прекрасно проходили кики. Но Ортега, он прекрасно понимал, как надо работать с Яиром. С Яиром надо работать только от давления, потому что если ты будешь с ним стоять на удобной для него дистанции, он будет тебя кикать. Да? А если ты заставишь его уйти на, так скажем, на переднюю ногу, да, сесть, на заднюю ногу, да, так скажем, убегать, короче, ну, уходить от давления, то он не сможет кикать. Да, потому что ему нужно встать на месте, чтобы хороший удар зарядить. Моментами Ортега брал передышки, и вот в эти моменты было видно, насколько Яиру комфортно именно на средней дистанции и дальней. Вот. Но Ортега потом понял, что стоять ничего хорошего не приведет, и стал бороться. Бороться-то и бороться у него получалось. Самое интересное, что у него не только клинч получался, он смог перевести его в целом... через бедро у сетки. Но самое интересное произошло после, да, самое интересное произошло после. Непонятно, что там случилось вообще, да, то есть понятно, что Яир попытался выйти на армбар, он вывел его руку, и еще не начал тянуть, и Ортега постучал. Ну так, оп, и упал, как будто... Типа, я почти стал королем, но это
Это стрела в колени, блядь, не дала мне. Не дала мне ничего сделать, да? А, по мне так, Ортега неплохо прям выглядел, очень неплохо. А, плюс это гематома под глазом у Яира. Она как бы дала бы о себе знать на протяжении всего боя. У него вылетело плечо, то есть опять же сказать, что это именно из-за действия Яира напрямую нельзя, но по факту так и было. Ну то есть как бы коэффициенты по факту расставлены, он победил в первом бою. А, он лучше в ударке, он не дает над собой доминировать в партере, да? То есть, в принципе, очевидно, что Яир Родригес фаворит. Но шансы у Ортеги, они намного, ну, намного реальнее, да, чем на двушку. Кэфы по-хорошему должны быть равными. Ну, то есть, как бы, да, окей, там, Макс его избил, Макс как бы побил Яира, ну, там было ближе, да. А Вулкановский, вот, например, да, тут как бы в другую сторону. Тут как бы показывает, что бойцы плюс-минус равны. Ну вот мне как-то видится все-таки, что шансы реально... Вообще, мне Ортега не очень нравится, но шансы я у него вижу. То есть, то, что он сможет, например, зажать, прижать, да, от сетки поработать. Опять же, вот что у него там произошло? Вывих плеча, это же не просто так. Это я просто не знаю, делали ему операцию, не делали ему операцию. Просто если у него, например, хронический вывих плеча, ну это не очень хорошая история. Она будет так периодически вылетать будет, да. Ну, то есть, момент спорный. Вообще шансы есть у Артеги. Роман, что как думаешь? Ну, здесь, конечно, есть вот эти вот открытые вопросы, да, которые непонятны, потому что полтора года простой у Брайана Ортеги, да, фактически два последних боя, ну, как бы вообще такое, да, то есть он пережил огромное такое количество ударов, просто избиение от Вулкановски, да, потом почти год не дрался, вернулся и получает травму, да. И, соответственно, сейчас еще полтора года. И вот, ну, нам не совсем понятно. То есть, был у него, ну, последний, типа, бой победный в 2020 году. Ну, как бы 4 года назад. Ну, нам сейчас не совсем понятно, как будет себя чувствовать в бою Ортега, да. Насколько он хорошо готов и физически, в плане того, что, да, у него хроническая либо нет травмы, мы этого пока не понимаем. И ментально тоже непонятно. Вот. Но, опять же, если все-таки предположить, что все норм, да, если предположить, что все норм, то, в принципе, выглядит интересной ту работу, которую он проделал. Потому что, в целом, более-менее понятно, да, что Яиру нельзя давать пространство, чтобы работать, да, на него нужно давить. И его нужно измотать, это можно сделать. Измотать, и не обязательно прям вот переводить борьбу, измотать клинчами, да, и потом уже сделать, это вот то, что Ортега делал, и это уже дает некую веру в то, что, в принципе, рассмотреть его можно андердогом, потому что мы по первому бою видим, что он понимает, что нужно делать, он не делает то, что умеет, да, он не делает там непонятно что, у него конкретно есть понимание, как работать, что делать. Поэтому, но лично в моем понимании, да, так, что у нас там, 1.67, да, Родригес, 2.3, Ортега, ну, интересно, в принципе, за 2.3 рассмотреть, реванш выиграть, я думаю, что он может. Номинально, конечно, фаворитом здесь выставлен Родригес, почему? Ну, потому что он помоложе, потому что у него нет такого простоя, да, потому что он местный боец. Из, как бы, бои в Мексике, я напоминаю, да, бои в Мексике, он местный боец, он любимец, естественно, мексиканцев. Ну, а так тоже, как бы... Да, поэтому, Мексик. Ну, вроде как бы и объяснимый кайф, тем более, что он победил в первом бою. Но я считаю, что интересный. Именно вот из-за того, что Ортега понимал, что делать, мне интересно его сейчас рассмотреть в реванше. Но, конечно, друзья, тут стоит 10 раз подумать, да, потому что и простой, и травма, это все может сказаться. Чтобы, опять же, если вы подумали, например, и решили, и чтобы не потерять свою почку на ставках, да, вам нужен банк-менеджмент. Я в очередной раз напоминаю, да, как бы играйте с умом, и не нужно в одну ставку вгружать все, что можно. Потому что всякое может быть. Ну, если бы рассматривать, да, здесь кого-то как ставку, я бы в сторону Брайана Ортеги посмотрел, поинтереснее смотрится. Да, вы пишите мне в комментариях, обязательно указывайте,
что вы думаете, как бой пройдет. И переходим в телеграм-канал, там все самое интересное. Разборы у нас и в телеграме, и ВКонтакте, бои только ВКонтакте. Так что подписываемся на эти два ресурса обязательно, если вы считаете себя любителем ММА. Всем пока.